Добрый день, Вован. Привет. Здорово, братишка. Привет, привет. Слышал, ты барабаны себе новые приобрел, блин. Ну да. Я вот вообще в них нихера не соображаю, блин. Но вижу, что какая-то тема вообще знатная. Они уже кажутся, что они сейчас, блядь, как дадут как следует. Это точно. Блин, и цвет такой прикольный. Ночью они сами играют. Да? Да. Вау, блин, сколько у тебя тарелок прикольных. Ё-моё. Да, тарелки Zildjian, а кастом серия. Ага. А вон этот самый чайник я где-то в какой-то группе видел, знаменитый, блядь. Slipknot, Джейн Вейнберг играет на этом чайнике. Круть. Барабаны Грэч. А, это Грэч, да. Это Грэч. А кто играет на барабанах Грэч из знаменитых групп? А? Линкин Парк. Да. Линкин Парк играет на Грэч. Да, именно. Вот, именно они, да, играют. Вот. Клен, естественно. Как 7 слоев. А это вот настоящая, да, текстура там летит. Да. Это натуральная обработка, цвет орех. Угу. Привезли с Германии. Блин, и во сколько ж обошлось вам этот все? Это все обошлось. Нет, ну не надо вот это вот. Что тебе интересует? Я имею в виду настоящую цену, назовите. Настоящая цена у них от 80 до 90, но я их приобрел за 45 тысяч. А сколько пересылка обошлась? Таможня 10 и доставка 3 тысячи. Отлично. Да. Ну, я как бы заказал себе. А вот как называется вот эта маленькая тарелочка? Сплэшка. Сплэшка, да? А сплэшка тоже, да, какая-то фирменная, смотри? Пайсти. 8 серия. Ну, понял. Вот такая. Ха, круто. Так пойдет. Это Crash 16. Это 18. Вот та, я вижу тарелочка с дырочками. Это озон, да, называется? Ну, типа эффект тарелка, да. Это райт, соответственно. Чайна. Так что аппарат будет здоров, осталось научиться играть. А где, я слышал, у тебя какой-то триггер тут что-то подрублено. Ну, конечно же, есть триггер. Вот триггер, подписной Марка Миронова, вот да, с его именными сэмплами. Очень крутая штука. Это то есть почти что электронные мозги барабанные, ну, да, получается? Ну, конечно, это не то что барабанные, это просто, так сказать, мозг для бас-бочки. Без разницы, какой у тебя там пласт, какое у него натяжение, с какой силы ты будешь бить колотушкой. Звук будет всегда одинаковый, потому что она считается уже электронной. Uh-huh. Вот, то есть записаны пресеты, которые, так сказать, скомпрессированы, эквализация, соответственно, там сделана. Все уже готово, я просто включил 10 звуков, можно ебашить вообще все. Начиная от дедкора, заканчивая вообще электронщиной. То есть с какой силой ты не долбанешь? Можно выставить любую силу себе, да, то есть чувствительность. Вот, и, соответственно, чуть слабее, если ты ударил левой ногой, то у тебя получается, он считывает такое ощущение, что ты въебал со всей дури. Mm-hmm. То есть не будет пропусков звука, то есть тише, громче, будет всегда с одной громкостью долбить твоя бас-бочка. Очень крутая вещь. Вот. Опять же, нужно научиться играть теперь только двойной педалью. А ты разве не умеешь играть двойной педалью? Я не умею играть вообще. Педаль есть, как бы. Не лги мне. Педаль есть, навыков нет. Тарелки висят, блядь, а толку как бы нет. Кстати, у тебя какая-то супер педаль, да, там, по-моему, да? Педаль у меня фирмы DDS, производство Калуга. Вот. Ну, делают их сейчас. Там какая-то цепь мощная прям. Она на ремнях. А, на ремнях. Да, это ременная передача. Ага. Вот. Это полный аналог DW9000. По-моему, если я не ошибаюсь, именно этой серии. То есть сделано по ее принципу.
Ну, выглядит установочка, так тебе скажу, довольно очень серьезно. Да, установка выглядит, конечно, вкусно, но как бы... Послушай, а я вот как-то заходил к тебе, видел, у тебя какая-то, по-моему, ручного изготовления барабанная установка была. Да, сейчас она у меня просто на реставрации и будет скоро продаваться, так что если... А почему она тебя не устроила? Там даже колотушечка, я помню, какая-то деревянная была, да, эксклюзивная. Да, и колотушечки здесь тоже деревянные стоят, тоже дубовые. Эксклюзивные, запиленные, то есть... Понятненько. Такие вот дела. Ну, а сейчас вот Владимир продемонстрирует нам, блядь, как звучит столь шикарная установка. А триггер будет? Крутая установка. Если у вас бабла будет, да, денег вас... дохуя берите. Да. Берите. Ну ладно, все, а вот спасибо, конечно. Женек, давай левой рукой. Да ладно. У меня эти якоря есть. Почти моряк.